Больше, чем возможности. В 2014 году основатели фонда поняли, нуждающихся гораздо больше, чем возможности им помогать. Поэтому и приняли решение создать организацию, которая объединит неравнодушных людей, способных творить добро. Помощь получают одинокие матери, пенсионеры, переселенцы, да и все те, кто находится в трудной жизненной ситуации. Мы хотим помогать людям, у которых не хватает средств для проживания, средств для каких-либо учебы. Все дети, которые идут в школу, они хотят красиво и одеваться. Мы им помогаем в этом. В фонде уже несколько лет работает социальная столовая и досуговый центр. Он насчитывает уже несколько сотен пожилых людей. В центре для них много занятий: рисование, вязание, компьютерные курсы, изучение языков, танцы. Организованы театральная и танцевальная студии, хакасский хор, русский народный ансамбль. Очень приятно видеть улыбки этих людей, как они преобразились за 5 лет. И мы привыкли сейчас видеть везде выгоду. Что мне за это будет? А будет мне за это грамота? А где-то меня поощрят? А где обо мне скажут? А просто так. А делать все дела просто так. И мы стараемся делать это просто так. Сегодня «Кристалл» отмечает свое 5-летие. На мероприятии друзья и партнеры, волонтеры, представители власти, силовых структур, предприниматели. В планах фонда расширить свою деятельность, помогать тем, кто нуждается, привлекать в благотворительность как можно больше добрых людей. Мария Мишнина, Станислав Колчинаев, РТС.